Меня зовут Боб Уилтон. Я журналист. Я готовил репортаж о засекреченной государственной программе. То есть вы заявляете, что были солдатом-телепатом? Рыцарем-джедаем. Я узнал, что правительство США готовило военных экстрасенсов. И Лин Кэссиди был лучшим из лучших. Меня восстановили. Я на задании. Я с вами. История Лина была невероятной, безумной и абсолютно правдивой. Мы должны представить себе новую Америку, в которой не будут эксплуатировать никого. Вы станете психическим оружием. Прочувствовать, да! Мы должны воспитать воинов-монахов, способных проходить сквозь стены и видеть будущее. Поздравляю, Скотти. Спасибо. Жаль только, что вы скоро разойдетесь. Что вы делаете? Разгоняю облака, чтобы быть в форме. Вот и все. Это был единственный камень на всю пустыню. Стой! Стой! Спасибо, что подобрали нас. Как мы их остановим? У них же оружие. Мы джедаи. Мы победим их силой мысли. Охренеть. Джордж Клуни. Юэн Макгрегор. А также Кевин Спейси. И Джефф Бриджес. Я искал сюжет. А мой друг Лин подарил мне приключения. Все в порядке, мы американцы, мы вам поможем! Что это? Похоже, я его сбил. Безумный спецназ. Подполковник Джанго тратил государственные средства на оплату услуг проституток. Это клевета. И на покупку наркотиков для себя и своих людей. Это... Ну, про шлюх-то однозначно клевета. В декабре...